Привет, друзья! С вами как всегда Робзи. Сегодня поиграем в новый режим под названием «Симулятор ловца звезд» в Роблоксе. Чтобы стать самым крутым ловцом, нам нужно иметь сачок и как можно больше звезд. Сачок у меня уже есть, осталось только собрать наибольшее количество звездочек. Итак, погнали! Первая звезда на 15 хп поймана. У нас, кстати, уже есть 120 звездочек. Я тут буквально, ну, секунд 10-15 подфармил, понял, в чем суть игры. И дальше будем разбираться вместе с тобой, потому что я больше здесь ничего не знаю. Итак, ловим. Ловим потихонечку. Кстати, у меня уже есть кодик в этой игре, который сообщу тебе немножко позже, а хотя давай прямо сейчас. Но, если ты сейчас смотришь видосик и все еще не подписался, или не поставил лайк, или не нажал колокольчик, тогда именно для тебя челлендж. Нужно за 5 секунд поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. А время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Успел, лайк поставил, подписался. Колокольчик не забыл нажать. Вот теперь красавчик. Продолжаем. Нет, обещал кодик. Кодик у нас называется Grand Opening. Вводим и получаем 100 звезд и 100 гемов. Неплохо. Что можно купить за эти деньги? Так, можно купить либо за гемы, либо за звезды. Хорошо, так, подожди, дальше. За 300 можно купить, либо 120 гемов. У нас есть 120 гемов. Гемы тогда потратим вот на эту штуку. Бай за гемы. Power 6. Нифига себе у нас ли какая модная штука. По 6, все, поехали, все. Я мега топчик. Так, у нас, кстати, квестики есть. Так, нужно поймать еще 4 звезды. Квесты нужно здесь брать, автоматически они не берутся. Хотя, если можно за донатик, наверное. Ну да, автокач есть, 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 да, автоквест. Да, сколько он стоит у нас? Чего? 100 робоксов? 100 робоксов можно взять или... Нет, не буду брать. Двойные звезды 50, 8, 50 двойные... Ооо, 50 робоксов. Я думал, смотри, 50 робоксов, 80 робоксов. Ребята, погнали покупать. Двойные гемы. Чего? 1500, 1000? Вы что, с ума сошли? Ням-ням-ням-ням. Не-не-не-не-не, знаете что? Хик-джам, двойная скорость. Я купил то, что... Офигеть, смотри, какой... Я просто горю. Офигеть, я просто купил читы, смотри. Ты посмотри, что я делаю. Посмотри, что я делаю, смотри, что происходит. Офигеть. Я просто фигачу, как бешеный какой-то. Локация сколько стоит? 500 у нас или 400? Погодите-ка. Здесь написано 500, а здесь у нас что написано? А здесь написано 400. Я хочу купить. Я могу? Я могу? А-а-а, обман, ребята, обман, бан. Бан, ребята, это обман, понимаете? Это читы, обманы и все, и провокация. Так, у меня есть 455 звездочек. Мне нужно, наверное, фармить еще немножко. Я открою новую локацию. Пойдем туда звезды фармить. Нифига себе, я фармлю, смотри. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот это донат решает. Так, забираем. Так, пит. Так, удар 50, что-то там такое. Так, подожди, я хочу купить. Ты хочешь купить? Да, я хочу купить. Итак, здесь у нас что-то поинтереснее. Звезда на 20. А ну-ка, давай, пам-пам-пам-пам-пам. Звезда на 60, сейчас начну ловить ее. Не, чувак уже, фига он ее словил быстро. Так, погоди, дружище, ща. А что, подожди. А что, у меня время заканчивается? Подожди, это на время. Это на время, ребят. Это на время было, прикинь. Я думал навсегда. Вот это да, ребята, вот это. Так, погоди. Я думал ее навсегда, вот это капец. Она быстро. Так, надо быстренько. Я думал, навсегда, понимаешь? Так, погоди. Капец, где звезды? Где все звезды? Кто всех перезвезды переловил? Вы что, обалдели, что ли? А, это бан, ребята, это капец. Двойные звезды еще 7 секунд. А, двойная скорость еще 180 секунд. Это плюс-минус 3 минуты. Так, я понял, 3 минуты, отлично. Так, на... А двойные звезды уже закон... Ой, звезда. Большая. А, двойные звезды, погоди. Двойные звезды, 50 робоксов. На 2 минуты, а я не прочитал. Я не прочитал, понимаешь? Вот это капец. Вот это, понимаешь, вот это нубло. Так, подожди, 1400, 1050. Так, нужно 1050 звезд. Где все звезды? Почему вы все эти звезды переловили, чувак? Да, спасибо. Это мой подписчик. Полюбасик мой подписчик. Проверяем. И. Да, это мой подписчик. Он написал: я твой саб. Спасибо тебе, дружище. 1035. Звезды. Мне нужна новая локация. А могу я звезды купить? Нет, звезды я не могу никак купить. Так, спасибо, дружище. Ты меня очень сильно выручаешь. Ты прям, правда, очень сильно выручаешь. Так, давай. Так, садочек, новенький. Так, покупаем 1400. Buy V-Star за 1050. Во. Так, куда я пошел? Вот звезда. Поскольку я так, да, я-то быстро ее ловлю, но, блин, здесь звезд не хватает.
Мне такое ощущение, что лучше бы я фармился в первой локации. Там звезд намного больше. Может быть, реально вернуться? Но здесь они как-то разбросаны очень далеко, понимаешь? Они здесь крутые, я согласен, но они разбросаны пипец как далековато. То есть я бегаю по полчаса от одной звезды к другой. Ну, это такое себе. Кстати, здесь есть реберстик. Нам 80 тысяч плюс 20%. Такая себе фигня. Так, давай ловить. Давай, пум-пум-пум-пум-пум. Я пошел, смотри, сколько там звезд. О, не, ребят, я пошел в начальную локацию. Надеюсь, я что-то успею. Здесь по 10, по 15 звезд я буду сейчас ловить. И вообще будет все в шоколаде. Так, давай, а как подняться повыше? А как подняться повыше? Смотри, я здесь нормально ловлю. Смотри, я здесь просто идеально ловлю. А, вон там лесенка, смотри, можно наверх подняться. Эту поймал. Я здесь быстрее наловлю, чем я в той локации буду бегать ловить. Сейчас, погоди, заберусь. Там сверху очень много. Там сверху прям очень вкусненько. Смотри, сколько здесь хороший. 13 секунд. Так, поймал. Так, давай. Смотри. Дело пошло. Во. Или так же ловлю как-то там. Ладно, все, двойная штука у меня сейчас закончится. Мы с вами останемся с Дулей и Хвостиком. Так, давай, это поймали. У нас еще скорость осталась. Пипец, я думал, это навсегда. Вот, фу, такими быть. А я думал, я тут уже обрадовался. Такой, думаю, о, за 50 робоксов. Сейчас мы с вами игру пройдем за 10 минут. Ага, фигушки. Тут, типа, купил на время и фиг тебе дальше. Так, берем квестик, выполнили. Поймать 30 звезд. Так, hit a star 10 times. Что означает? Hit a star 10 times. Ударить, типа, звезду 10 раз? Да, блин, боже мой, это же самый простой квест в мире. 7, 8, 9. Давай вот это тоже еще бабахнем. 9 и 10. Все, мы получили с вами еще один квестик. Поймай звезду. Да, пожалуйста, поймали. А что они повторяются? Что эти квесты повторяются? Что такие дурацкие? Так, смотри, сколько звезд. Ребята оттуда, походу, дриснули, да, получается? Они оттуда ушли. О, смотри, мой баф закончился. Но я все равно быстро ловлю. Смотри, у меня есть 1265. Может быть, себе еще бустануть. Может быть, еще немножко. Кстати, скорость вообще не важнецкая, если честно. А вот двойная звезда, наверное, я возьму, ребят. Я думаю, не осудите меня за такое количество доната. Это, в принципе, небольшое для меня. Итак, у нас есть 2 минутки еще. 2 минутки для ловли, это хорошо. Я думаю, что, возможно, даже мы сегодня успеем наловить 4000. А, там два чувака бегают. Ты видишь, вот почему они... Эти два чувака бегали здесь и все переловили. Ах вы ж дикобразы. Они там уже это все переловили, они вернулись сюда. То есть они уже прокачаны в этой игре. 1200, 3800, понятно. Да, ребят, они прокачаны. Они здесь просто качуки. Качуки, качки. А можно две сразу фигачить? Не знаю, можно или нет. 2000 у меня монет. И у меня осталось 1,5 минуты буквально бафа двойных звезд. Чуваки ушли отсюда, нет? Вы ушли. Так, ловлю звезду, ловлю. Так, держу в курсе. Ты будешь ловиться или нет? Так, что-то я начал мазать. Они какие-то маленькие, что ли? Так, красненькую поймали, так, яркую поймали. А в чем разница? Они, может быть, одна дороже, одна дешевле, или никакой разницы нет. Так, подожди, у меня квестик. Квестики нужно выполнять. Так, выполняем комплит квест. Поймай, ударь 50 раз звезду. Ну, я думаю, это легко сделается, потому что я их постоянно бегаю, бью, поэтому я их в любом случае ударю 50 раз, 150 раз, 250 раз, сколько угодно ударю. Так, 10 уже выполнил. 3000, ребят. Но осталось буквально косарик. Косарик денежек, и мы с вами попадем в новую локацию. Я думаю, что за секунд 20 мы, наверное, собираем себе 800 этих бакинских, да? И откроем локацию. Посмотрим, что там дается. Вернее, какие там звезды. Понимаете? Надо посильнее звезд. Здесь слишком сильные сачки для таких звезд, если честно. То есть как-то непропорционально, что ли. То есть слишком жестко мы быстро фармимся. И наоборот, мы очень быстро бьем... А звезды не успевают рисаться. Да причем я один сейчас бегаю. Я один бегу. Если бегало, как видели, трое, звездочек уже не хватает. Если зайдет полный сервер, все, прячься. Прячься просто, тебе не хватит звездочек, забей. Так, давай ловим сюда. Вот эту поймали, видите, я вот одну сторону прям выкосил, просто выкосил. Так, двойные звезды у нас закончились. Но, ребята, мы успели. Смотри, сразу две поймал, вот это жестко. Но я успел, друзья, набрать 4000 звездочек, чтобы открыть себе new location. Как говорится, новую локацию, да? Мы знание английского на высоком уровне у меня. Так, давай. За 4000 покупамба. Какие здесь звезды? Нифига себе, какие-то зеленые, фиолетовые, синие. Сразу много. 45, 50. Во. Я могу сразу же две фиг... А, да, фигачить могу сразу несколько. Так, здесь 90 хп. Во, 135 хп у звезды.
Да отвали от моей звезды. А, он и не хотел. У него такой же садочек, как у меня, да? 395. Ну да, здесь фармится прикольно. Слушай, в этой локации уже поинтереснее. Но опять же, она слабенькая. Тут надо бы... Я бы с радостью, если бы были сейчас звезды по 5000 хп. Вот. Звезда 5000 хп. Так, выполнили квестик. Получили еще немножко. Так, поймай 30 звезд. Но это долго делает. Так, следующая локация у нас... Так, там... Ух, нифига себе там сколько звезд. Нифига себе. Так, 13500 звезд нужно. Там много звездочек у нас находится сейчас. Сейчас я поймаю тебя. Погоди, звезда. Погоди. Видишь? Мастер ловли звезд. Да, давай. Так, где? Поймал. Поймал. Так, чувак забрался наверх. А как забраться мне тоже? Может быть, я... Вот так? Во! Смотри, как мастерски. Просто мастер паркура. Три звезды поймать из 30. Ну, такое себе. Так, зелененькая. Самая крутая зеленая, я так понимаю, да? 135 хпшечек, дается денег много, звезды много. Если сейчас купить себе двойной опыт, то можно, конечно, было себе еще нафармить очень много. Еще двойную скорость. Нет, двойная скорость не нужна, двойной опыт нужно. Вернее, двойные звезды, ребята, нужно по-любасику брать здесь, если есть деньги. Если нет, ничего не надо брать. Я думаю, что на сегодня мы закончим с вами серию. Если вам понравилось, видите продолжение, ставьте как можно 1 100 500 000 лайков, давайте. На сегодня все, с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова.